всем кажется, что у литочки едят мох именно вот это зеленое. Но на самом деле это не так. У литочки едят то, что находится под мхом, под этим покрывальцем. Вот у нас две улитки закопались, они в принципе начинают прятаться. Ребята, собираем мох для улиток. Вот такая вещь. Очень полезно для улиток. Вот, и можно посмотреть, что они его, немножечко грызут. Но на самом деле для них очень ценно то, что находится под мхом. Это называется грунт. Под мхом. Это пригнившие листья и остальные всякие иголочки. В общем, одним словом, земля. Копаемся на мох. Ю-ху! Мох незаменим для улиток в длинное время. Это не сухой мох, который он предлагает. Натуральный мох из леса. Экологически чистый. Ребят, я уже писал в комментах, что мои улитки живут в большом контейнере, так что вы не переживайте, все хорошо, они довольны и передают вам привет. Сейчас они едят одуванчики, кайфуют. Кто держит улиток, я решил показать, как растет мох в лесу. Вот так он выглядит, он растет на деревьях, упавших на пнях. Вот, пей. Да, видите, как он растет. На полянках он растет практически везде. Обязательно давайте его улиткам. Это очень полезный продукт для их питания. Каждую ночь они там что-то громыхают, шуршат, пыхтят. А тут вот утром обнаруживаю такую картину. Они спят. Мы принесли из леса разные вкусняшки. Целый пакет разных вкусняшек. Это у нас лишайник, или можно простыми словами грибок. Лакомство любимое для наших улиток. Кормите обязательно такими вещами улиток. Они будут в восторге. Для красоты, может быть, положим им шишечку вот сюда. А вдруг они ее поедят? Вот мох. Обязательно положим его мох. Так, еще у нас есть вот такая палочка. Это кора сосны. Вот мы кусочек отломали. Ее сюда положим. Вкуснотища, у меня аж слинки потекли. Они заждались, смотрите, они кричат: дайте пожрать, дайте пожрать. Аккуратненько берем и высаживаем. Отцепись. Ай. Отцеплять надо аккуратненько, чтобы они не поранились. Солнечный день, прекрасное настроение. Итак, ребята, наши улитки. Смотрите, уже, по-моему, кое-что одна улиточка оценила. Так, вот принюхивается у нас улитка. Да, ребята, я вам забыл сказать, что предварительно, перед тем, как давать им лишайник, его нужно предварительно опрыскать водой.